люди в синих мундирах в строю с раннего утра. Да-да, заходите. Работа начинается с постановки задач. В электронной форме поступило к нам обращение. Сейчас немедленно надо приступить к проверке. 485 человек к нам обратились в прошлом году в прокуратуру. Это на 15% больше, чем в прошлом году. О чем это говорит? Это говорит о том, что все-таки люди, жители района доверяют органам прокуратуры. Ришат Шакиров по праву претендует на звание самого мобильного прокурора в районах Татарстана. Да, прокуратуру слушает. На вооружение взял открытость и доступность. На связи лично 24 часа в сутки и 7 дней в неделю в социальных сетях. Теперь даже в Инстаграм. Открыли официальный сайт прокуратуры Кукмарского района. Через этот сайт можно в электронной форме направить обращение прокурору. Обращение рассматриваем в обычном порядке. Мы также завели свой Инстаграм-аккаунт Кукмарпрок. Ришат Шакиров решит проблему даже в самых недоступных уголках района. Решили выйти в народ, так скажем, и стали проводить выездные приемы граждан. Есть люди, у которых есть вопросы, есть проблемы, но не могут прийти по тем или иным причинам. Либо далеко живет. У нас в районе 110 инвалидов-колясочников, 36 инвалидов Великой Отечественной войны. Пытаюсь уйти от этого официоза. Повысить эффективность помогает тесное межведомственное сотрудничество. О нем отозваться могу как о принципиальном профессионале своего дела. Всегда отзывчивый, чуткий. Разрушать стереотипы в работе Ришат Шакиров начал еще на должности прокурора Апастовского района. После 5 лет перевели в Кукмар. Это он, автор нашумевших прокурорских инициатив. Закрытие 300 запрещенных сайтов, ликвидация санкционных гусей, пресечение картофельных поборов, выплата 14 миллионов задолженности по зарплате на одном из предприятий. Ришат Нальевич, я могу характеризовать как достойного своего дела профессионала. Под его чутким руководством работает наш слаженный коллектив. Перезагружать мозг помогает спорт и аудиозапись с любимыми исполнителями. Так что не удивляйтесь, если скоро Элвин Грей или Фирдус Тюмаев будут привлечены к профилактике правонарушений. 8. Номер защитника на льду. Плавит лед в звездном составе. Хоккеистов-силовиков лучшей команды района, ветеранов Кукмара. В команде он проявляет себя настоящим лидером. Поэтому мы все вокруг него сплотились. Обладатель золотого значка ГТО. Ришат Шакиров всегда готов к труду и защите прав граждан и законов. Лисан Сабирова, Амир Зальшев, ТНВ, Кукмарский район.